Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел чехол для Osmo Mobile 2 в мягком виде. Вот такой чехол. Ну и помимо пакета основного, который идет по ссылке, то есть внутри находился вот данный вариант. Так, внутри находится вот такой чехол. Водоотталкивающий. То есть есть молния. Так, и внутри есть кармашки для сопутствующих аксессуаров непосредственно к Osmo Mobile. Так, ну и есть ручка для того, чтобы переносить. Так, ну правда я скажу, что я брал не для Osmo Mobile, а для что-то другого. Ну и сейчас давайте посмотрим, что туда вместо Osmo Mobile можно поместить. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас там разместилось в этом чехле для Osmo Mobile 2. Так, ну уже по конфигурации уже можно определить что-то твердое. Ну и это, то есть Rig Andover. То есть он сюда уместился, но уместился достаточно плотненько. То есть чуть-чуть бы побольше и было бы совсем хорошо. Вот такой вот чехол. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания.